Вступление в брачный союз – это сугубо личный поступок. Но для того, чтобы он черпал силы и был счастливым, он должен одобряться родными людьми. Именно поэтому от лица жениха и невесты я обращаюсь к вам, дорогие друзья. Согласны ли вы принять нового человека в свою семью и в свои друзья? Согласны? Ну что ж, дамы и господа, сейчас я предлагаю встретить мужчину, в чьем сердце отныне любовь. Мужчину, который, искоренив все свои сомнения, отдает во владение своей прекрасной женщины руку и сердце. Дамы и господа, встречайте громкими аплодисментами жених Крис. Ну что ж, наступает трогательный и красивый момент нашей церемонии. Это выход великолепной невесты в сопровождении ее папы. Отныне отец вверяет руку и сердце своей дочери ее нареченному, как обещание счастья и бесконечной эйфории окрыленности. Дорогие друзья, давайте встретим с трепетом нежную, красивую невесту Диану. Значимость
вашего поступка, подойдите, пожалуйста, к свидетельству о вступлении в брачный союз и поставьте свои подписи.